Каждый год в Ульяновской области проходит важная акция «Посади и вырасти свое дерево». Мероприятие проводится по инициативе губернатора с 2008 года, а в год экологии эта тема особенно актуальна. На этот раз акция проходит сразу в два этапа – в осенний и весенний периоды. В весенний период было высажено порядка 20 тысяч деревьев на территории Ульяновской области. По отчетам муниципалитетов, процент приживаемости деревьев составляет порядка 80%. То есть практически все деревья у нас прижились. На выбранной полянке можно встретить свежепосаженные липы, дубы и рябины, а также прижившиеся прошлогодние березки. Среди добровольцев – работники УФСИН, которые каждый год помогают высаживать эти деревья. А вот некоторые студенты участвуют в подобной акции впервые. Я решил принять участие в этом мероприятии, потому что надо как-то поддерживать природу, экологию. Ну вот, считай, первое дерево свое посадил. Еще дом построить осталось, и все. Акция продлится до 13 октября. Активисты планируют высадить около 13 тысяч саженцев на всей территории Ульяновской области. Кристина Жакот, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.